за плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан медалью «100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики» награжден заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана Бердымухамедов Сердар Кердугулович. Нашего коллегу, друга Татарстана Сардара Гурбангулиевича столь значимой поездкой. Сегодня Туркменистана и Российской Федерации сложились хорошие отношения. Также Туркменистан развивает хорошие отношения с субъектами Российской Федерации, в том числе с Республикой Татарстан. С Татарстаном, с Республикой Татарстан, с Туркменистаном тоже хорошие отношения. Развивается по всем отраслям и направлениям. И еще раз большое спасибо. Уважаемый Рустам Нурлиевич, Туркменистан высоко ценит ваш личный вклад в развитие дружественных отношений между Туркменистаном и Республикой Татарстан, Российской Федерацией. Татарстан является одним из ведущих промышленно развитых регионов Российской Федерации. Нам очень важно такие долгосрочные партнерские отношения с такими крупными предприятиями, как КАМАЗ, Татнефть, Казанский вертолетный завод. В рамках соглашения о закупке автомобилей КАМАЗ в нашу страну в течение многих лет уже поступило более 10 тысяч единиц КАМАЗ. Также в настоящее время ведется строительство сервисных центров во всех белорусских центрах Туркменистана. Взаимодействие с акционерным обществом «Татнефть» повысило уровень задачи пластов и в рамках сотрудничества с вертолетом, Казанским вертолетным заводом «Туркменистан» приобрел вертолеты марки Ми-17 для различных отраслей нашей страны. Также я хотел бы отметить, что 8 апреля этого года в Туркменистан поступил новый медицинский вертолет, предназначенный для оказания неотложной скорой помощи населению. Также осуществлена поставка двух скоростных пассажирских кораблей, изготовленных на Зеленодольском заводе имени Горького. А в гуманитарной сфере также сложились хорошие отношения. Как вы уже отметили, более 5000 туркменских студентов уже обучаются в вузах Татарстана. Большое вам спасибо, уважаемый Рустам Нургалиевич, за то, что вы создали хорошие условия для наших студентов. Хотел бы также отметить, что благодаря работе рабочей группы по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству двусторонние отношения развиваются по всем направлениям. Уважаемый Рустам Нургалиевич, еще раз большое спасибо за награду